Всем привет! С вами Ермак. У кого-то уже вечер, у кого-то наоборот день. Сейчас в Иркутской области 22:34 вечера, а в Москве у нас 17:34 вечера тоже, заметьте. Вот. Давненько у нас не было стримов. А точнее от меня. Уж извините за такую долгую паузу, потому что обстоятельства, они у всех, как говорится, работа. С этим ничего не поделаешь. Вот. Сегодня у нас будет Дюна и будет хак у нас, получается, дремнохак. Я уже не помню, когда его скачивал. Все планировал его как-то застримить, но руки не доходили. Пожалуйста, напишите в чате, как меня слышно по звуку. Музыку, может, потише сделать. Я вот ник, к сожалению, скорее всего, сейчас не выговорю, потому что по-английски я сам не особо понимаю. Вот в чат мне пишет CN, получается, CH или как-то получается. Давайте я буду называть CH11. О чем хак или вообще о чем ты спрашиваешь? Вопроса не понял. Если ты про хак, то хак этот делал Докман, скорее всего, автор хака. Но в этом хаке не изменен текст, а точнее он на английском языке. Ментаты. Вот. Но это вы сейчас все увидите сами на своих мониторах. У кого-то даже и телевизор. Если кто-то еще смотрит по телевизору. Что неудивительно. Вот, лицезрейте. Ну вот сами миссии, они изменены, но вот текст сам ментата, получается, оставлен прежним. Не знаю почему. Видимо, автор решил с текстом не заморачиваться и оставить как такой, как он есть, из оригинала. Так.
Большая заминочка, за что, конечно, извиняюсь. Большие настроечки, и мы будем начинать. Так, сразу предупрежу вас о том, что писать в чат лучше с Твича, либо с Кибергейма, либо Гудгейма. Потому что чат у меня почему-то не хочет работать с СК2 ТВ. К сожалению, не хочет он работать. Поэтому заранее уж за это меня извините. Ну что ж, я думаю, не будем тянуть. Потихоньку будем приступать к хаку. Нашим так называемым. Так. Наша надо заставочка, всем известная, даже надпись не изменена, оставлена прежней. И еще хочу вас упомянуть о том, что даже здесь ремонт даже не был сделан, как мы все привыкли уже, наверное, кто в хак играл, уже более такие современные, да? Все, наверное, привыкли, что ремонтировать можно будет на букву X. Вот в этом хаке эта функция не реализована. То есть, я говорю, до того этот древний хак сделан. Ну что ж, все увидите своими глазами. Лицезреть будете, так сказать. Так. Как меня по звуку слышно? Напишите, пожалуйста, в чат. Это я потому что не знаю. Может, я вообще громко говорю. И игру. Саму игру может погромче сделать. Так. Ну что ж, начнем новую игру. У меня почему-то в детстве самый любимый дом из всех троих домов. То есть Атрейдесы, Ордоса, Прохоконов был самый любимый дом. Это Атрейдесы. И скорее всего я буду сегодня играть за них. Не подумайте, что там этот самый любимый дом из-за того, что он там выбирал. У него Соник танки эти читерные и так далее, да? Да, каждый может решать сам для себя, какой дом любимый для него. У меня лично дом... Получается, Атрейдес будет. Так, ну английский язык я не знаю, поэтому... Английский знает, можете почитать текст. Пролистывать я не стану его. Товарищ Кирилл Атрейдес. Конечно, я присоединяюсь к твоему дому. Я так понимаю, 1000 единиц спайса нам надо собрать, как обычно, по стандарту. Сама цифра. 1000 кредит сигнализирует об этом. Так, что-то в совете. Ну, не жалко, все на английском. Ладно. Миссия первая, смотрю, по стандарту начинается, как обычно. Я слышу.
Так. Вот уже, если заметили, одиночный юнит. Солдат, который уже скорость у него передвижения значительно выше, чем в оригинале. Смотрите, до сих пор этого трупера убить не могут. Вдвоем по нему шмаляем. Это в оригинале он быстро как муха, который прихлопнут. Мухобойкой погибает. То же самое и здесь. Почти. С трупером происходит. Так. Да, скорость у них тут смотрит передвижение нехило. Особенно вот этих вот. Видите, как они носятся туда-сюда. Так, давайте с ними гонку устроим. Кто быстрее, да? Все-таки одинаковая почти скорость, что у Страйка, что у солдат. Давайте еще раз попробуем. Ради интереса, да? А, не успеваю на него переключиться. Зачем я их открыл? Его точнее. Сейчас таким макаром попробуем. Опа. Не догонит. Ладно, не будем мучить юнитов зря, прочем. Так. Единиц спайса у нас еще, который мы потратим на постройку плит. Вообще в Дюне не знаю, почему народ строит без плит, умудряется. Даже те самые стены без плит используют постройку, и сразу же умудряется строить. Желательно, конечно, лучше на плитах. Как говорится, по фэншуй привык также строить. На жирный спайс арвестер лучше направлять, так как он быстрее там собирает спайс. Да, давайте сравним с ним скорость теперь. Так, и бой. Но все-таки солдаты вот эти. Три солдата в этих получается. В отряде они быстрее ходят, чем вот этот одиночный юнит. То есть скорость передвижения. Так. Юра Пром. Привет. Громче саму игру сделать. Сейчас сделаем. Все ради вас. Надеюсь, сейчас громко. Да, и кстати, можете заметить, тоже отсутствует пункт, то есть фича такая, что нету переключения управления без отмены. Если кто может помнит, что такую фичу Тай ввел. Если я не ошибаюсь, со сборки R80. Это... фича появилась, то есть управление без отмены. Тут такой фишки нету. Так, не знаю, зачем построил сейчас еще одну плиту. Смысла, конечно, в этом никакого не было. Надо все равно косарь набрать. Да. Все-таки тут какой-то баланс, наверное, присутствует. Не знаю какой, но
тут видно, говорю, вот эти вот тройные солдаты неприлично бегают. Скорость у них хорошенькая такая. Чем одиночный. Вот вопрос такой чату. Как вам вообще озвучка вот оригинальная, если сравнивать оригинальную с озвучкой от Шумахера, если кто играл вообще в хак, кому-то приходилось. То есть Шумахер озвучивал игру, поставил озвучку потом в сборку. Как вам сама озвучка вот вообще на русском переводе, русском звучании? В принципе, если так рассуждать, то озвучка неплохая, но она все равно со временем приедается. Такое ощущение, что звук, который издает автор, имеется в виду в том плане этот голос, который говорит, да? Выговаривает слово «кушай», «кушай», что-то такого с этим связано. Есть такой момент, если русский вариант рассматривать озвучки. Так, мне что-то все время манит что-то купить. Хотя тут первая миссия только. Ну вот, первую миссию мы завершили. Набрали 1000 единиц с лишним спайсом. Минут можно было еще и быстрее пройти, но мы изучали юнитов пока. Так, пароль такой вот на вторую миссию. И пароли, видимо, тоже стандартные походу в этом хаке. Так, вторая миссия. Английский, опять повторюсь, что я не знаю. Поэтому, если кто умеет читать, можете почитать английский. Тык. Лак, да, нам говорит. Лак. Что-то про аутпост говорится, наверное, этот завод со связью и казарм. В чем суть хака? А вот сейчас мы и выясним, в чем суть хака. Есть ли какие-либо тут изменения? Так. Слушайте, тут богатенький нам выбор дается уже во второй миссии. Смотрите-ка, нам тут сразу дали 4 отряда труперов. Да, прилично так. Опа. Тут сразу же атакует нас, да? Ребятки. Как я уже говорил в начале стрима, давно я хотел посмотреть на этот хак. Вообще, чем суть тоже хака выяснить. Поглядеть. Так как меня в то время хак заинтересовал. Хотелось глянуть, что он из себя представляет вообще. Смачно носится. Интересно, какой они урон наносят, вот эти солдатики. Быстро бегающие. Ну, дохнут-то они быстро. Да.
играть здесь. Вот сейчас боюсь туда к ним соваться, разведывать, сразу лезть. Лучше уж поднакоплю силы, и там потом уже видно будет. Потому что неизвестно, что там ожидать сейчас можно будет. Хотя враг уже активировался. Здесь стоит вражескому юниту заступить на вашу территорию. То есть туман войны, если его раскроет вражеского юнита, то начнется массовая атака. Как массовая атака, если враг уже успел накопить определенную сумму и начинает наступать на вас. Давить бесконечно, сколько у него один спайс хватит. К сожалению, документации никакой на этот хак я не нашел. Описание к этому хаку тоже никак найти не получилось. Поэтому посмотрим, с чего себя этот хак будет представлять. Дохнут как мухи, но бегают нехило. Вот эти особенности. Прибежали, тупо постояли, даже отступить не успели. Подохли. Походу вот эти вот мощные чувачки. Давайте даже понаблюдаем. Даже не успеваю на них навестись, чтобы посмотреть шкалу жизни. Сколько они там урона примерно это наносят. Посмотрим. Интересно, можно будет их строить в казармах. Вот этих чуваков. Хаки здесь предусмотрены или нет? Так. Радарчик возьмем. Ну, походу у него этих не эти завода нету, наверное. Завода машинного. Пока клепать, видимо, здесь не может шить. Опа, харвестер тут что забыл. Ничего себе. Что за прикол был такой? Харвестер решил атаковать мою базу, либо сюда на спайс подпёрся. Забавно. Парни, давайте-ка пойдемся. Вот. Разведочку. Здесь вот червяков нет. Опа, 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 опа. Это кто там нас атакует уже? Вот это, да? О, ничего себе. Чего у него дальновидные вот эти пацаны-то? Это что, он отсюда, да, получается? Вот. Шмалял по отсюда, да, получается. Нехило, нехило. Yes, так. Ну, в начальной миссии, как вы сами можете наблюдать, карта небольшая, видимо, сделана. Что в первой миссии, что на второй, 32 на 32 используется. Блин, забыл про электроэнергию. Электроэнергия важна, с нее база начинает разрушаться, условно говоря, жизнь. Чем-то таким макаром начинает тратиться. Кушайте, кушайте спайсик ваш, кушайте. Так, ну
что? Очень маленькая территория, разведем им что ли? Еще куплю. Электро. Включаются ветряные электростанции, еще возьму, чтобы потом ботом не беспокоиться. Завод по хранению спайсов. Эти парни у меня сами, видать, гори, которые стоят, сами активируются и идут. Здесь у них квартари, ария. Все сами могут охранять зону. Видите, передвигаются. Вот только-только, видать, заходят. Вот смотрите, опять что это за коротость. Сейчас их раздает уже все. Завалить его. Успел. Да, читерные, как будто бы эти механизмы. На, вообще выносит нехило. Yes, sir. Yes, sir. Ладно, занимайтесь своим делом, которое лучше у вас всего получается. Охраняйте базу. Так, казарму что ли построить? Кстати, давайте посмотрим цены. То, что-то это... Ну, даже цены не коснулись никаких изменений, то есть это как обычно стоит по стандарту $15, да, как и есть. 300 ветряная электростанция и, соответственно, все остальное. То есть баланс цен и брони тут, видимо, не касался, хотя я могу ошибаться. Возможно, тут броня еще может увеличена. Здание. Опять же, надо все сравнивать с оригиналом. Брать. Чё харвестеры сюда будут, я не могу понять. Блять, спайса у них нет, они сюда идут. Нет обычных пехотов. Солдат. Давайте тогда уж сразу самых быстрых возьмем. Чё они урон наносят? А урон-то, смотрите, какой у них маленький. Всего 4% урона наносит, что ли. Броня у них всего 50%, да, а у этих... У этого чувака 4 тоже. Так, а теперь трайка посмотрим. Я, к сожалению, с оригинала не помню, сколько у него урона наносит. 8, да, и 100 брони. Цена. Цена у них, в принципе, сейчас еще цену посмотрим. Цена почти практически стандартная. То есть в плане цен тут ничего не изменялось. То есть цены стандартные оставлены. Так. Так, нам Миндат вроде бы написал 2700 единиц набрать нам надо, да. Что-то подозреваю, что база у них, наверное, там стандартная такая стоит. Давайте мы сейчас сходим. Пятерых чего этих трайков не хватит. Бег. Харвестер опять их молот. Да, дальновидные вот эти чуваки, конечно. Ну еще получается, насколько он клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеток, да? То есть на 8 клеток их шмаляет. По ходу дела. Ну, смотри. Здесь харвестер вот подъехал. Сейчас мы его откроем. Yes, sir.
зону не зашел. Делаем проще. Так. Да, где-то на 8 клеток получается активация. Харвестеру вообще пофиг. Лишь бы собирать спайс. А кто по нему шмаляет, там не важно. Лишь бы наполнить бункеры свои. Спайсом перевести на базу. Так. Если кто помнит с оригинал, наверное, где-то база здесь у него должна располагаться. Что-то подозреваю, что у него, скорее всего, тут будет так же по стандарту база. Может, посмотрим? Ну да. Практически так же. Так. Конечно, потери будут. Без этого. Так, ребята, занимаемся охраной вначале. Раздаем им пиндюлей в виде нанесения урона. Тут, конечно, он сейчас выбирает. Да, харвестеры тут упороты. Давайте чуваков еще купить. Блин, смотрю, вообще обнаглел тут прямо это. Даже видите, даже не реализована функция. Древняя сборка, видимо. Что харвестер, когда по нему стреляет, он же, помните, убегал в современных как в то играл, видел. То есть, когда начинает по нему шмалять вражеский юнит, он начинает разворачиваться, либо за ним карьял прилетает, забирает и уносит его в завод по переработке спайса. То есть, типа, отступление такое сделал. Да. Такое бы. Древняя такая вот сборка. Только какая именно, вот, я точно не знаю. Так как сборка не указана. Какой сборки собирался этот хак. Так. Хан здесь уже. Да? Ну и, наверное, тут паровозик, наверное, не так уж тоже стабильно работает. Так, видите, стоп, оставим, уж конец происходит. То есть, если на 90 градусов пробовать развернуть, да, видите, сразу нарушается цепочка нарушается, то есть, нет, вот, уже разрывается. Цепочка нарушена. Не починена, так сказать. Давайте, ребятки, наступаем. Наступаем. Благородные отрывисты. Давайте. Спайс. Давай эту прогулку воровать у нас его из-под носа. Так, а мы, наверное, поедем главную базу искать пока. Так, что у нас тут со спайсом дела? Так. Стоят, чем не занимаются. Правильно, пока их не направишь, они своё дело не будут делать. Туда стреляй. Побудешь своему же союзному юниту носить урон. Так.
Давайте, вышли сразу с базы, давай по нашим работать. Нехорошо, ребятки, нехорошо. Ну что могу сказать о первых двух миссиях сейчас напрямую, да? То есть тут первые миссии вообще ничем не отличаются от оригинала. То есть, видимо, этот хак... делался. Либо что-то изменить, попытка что-то изменить в качестве баланса юнитов, а не самих миссий. В том плане, что нету локации до других баз. Все схоже с оригиналом по базам. Ну и текст, если кто заметил, оригинальный. Да, я-то думал, что этот хак-то какие-то изменения имеет. Ну что ж, посмотрим, что дальше. 15 минут, вторая миссия за плечами. Что ж, возьми-то нам уничтожим. Пароль стандартный, Spice Dance. Что ж, посмотрим, что за третья миссия. Так, опять же это все английский язык. Так, всем привет еще раз, кто только подтянулся на стрим. Сегодня у меня попытка осилить хак, древнохак от возможного автора, Докмана, который, видимо, пытался делать хаки, еще только начинал в то время. К сожалению, я не помню, кто автор данного точно хака, когда это был сделан хак. Так как я его давно скачивал, и все, руки меня не доходили пройти. Миссии. Вот. Пока я вот прошел две миссии, и они, если честно, от оригинала почти ничем не отличаются тем, в том плане, что во второй миссии добавили юнитов в качестве пехотинцев. Ну, у них урон, так смотрю, такой прям это значительный у труперов. То есть нам, по-моему, если не ошибаюсь, 4 отряда давали в начале миссии. Так, что ж, совет. Видимо, нам уже нужно будет строить завод. Нам дадут, наверное, квадов, да? Квадов. Так, что-то я прикола не понял. И черный экран, да? Хе-хе, добавлю. Ну, база, видимо, вот здесь у нас находится. Интересно, миссия начинается, конечно. Интересно, интересно. На черном месте миссия начинается. То есть, видимо, позиция перепутана. Позиция установки начальной
курсор. То есть я когда раньше тоже делал миссии, забывал про эту позицию. Вот. Тоже у меня местами курсор оказывался. Не пойми где. Сразу нас, как обычно, атакуют. Не дают нам нормально отстроиться. Пытается постоянно нас, так сказать, напрягать своей техникой и юнитами, которые никак не успокоятся и жаждут нас отправить с Аракиса большим пинком. Тык! Опа, червяки уже тут, да? Ну да, в оригинале, если кто помнит, тоже черви были. Так, вот попёрли уже у нас. Так, надо еще одну минуту поставить чувство. Сейчас жара будет, наверное. Интересно, спайс как... продольный. Так, червяк. Тут ты зря ползаешь. Тут вкусности нет. Червячок, червячок. Давайте, нажим спайсик. Только не кушай, пожалуйста, не надо кушать. Они невкусные. Сегодня железо тебе не по вкусу. Надеюсь. Так, денег нет. Ну что ж, поедем. Маленько территорию откроем. Так, ребят, скажите по звуку, как мне там? Хорошо слышно? Нет? А то я, может, все говорю, а вы ничего не слышите. Одну картинку, может, смотрите. Напишите, пожалуйста, в чат. Как меня слышно, как игру саму, эмулятор. Может, меня потише сделать, либо эмулятор погромче или убавить маленького. Так, где чё стреляет? Ёлки-палки. Тут разгар войны уже идёт во всём. Красные вампиры ломятся на благородных Атрейдеса. Он еще червей гоняет, смотрю, Аркон. Чем-то ему черви не понравились. Видимо, это не хотят, чтобы черви претендовали на трейдесов, точнее технику лопали, хоть хочет не сам уничтожить, а трейдес постараться. Но мы постараемся ему это не позволить. Да, чат что-то молчит, никто не пишет. Видимо, хорошо слышно меня. Все идеально. Так. Немножко провесим, что это. Трансляция идет. Хорошо. Это хорошо. Самый любимый трек с Дюны играет сейчас. Особенно когда момент проигрыша будет сейчас. Если он сейчас точно будет. Вот это начинается. Как
как по мне, сам забавно сделал. Так, сейчас меня походу разнесут. Тут заговорился. О, правильно, благим делом занимается чувак. Правильно. Кушай их. Так их. Нечего тут господствовать на вражеской базе. Что-то я не посмотрел, какой это у этих-то урон укладов. Заглянем. Уже все-таки как-то тестируем этих 8. То на 2% выше. И броня уже 130, да. По поводу брони, вот если честно, надо смотреть характеристики оригинала. Поглядывать и там сравнивать. То есть реально ли там урон наносился квадом 10%, да? Он наносил и трайк. Ну, скорее всего, правка есть. То есть тут изменение присутствует, скорее всего. Не знаю. Что вы об этом думаете, ребята? Вот интересно, тоже узнаю ваше мнение. Клепаем и солдатиков. Солдатиков нам надо будет еще, да? Мужики, ладно, собирайте там спасибо свой. Дальновидные они. Типа это расстояние нехилое. На 8 клеток, да, я, по-моему, считал. Шмаляет. О, ни хрена он. Такое расстояние. Хотел на них отремонтировать, уже привычка. Срабатывал. Так, надо пехоту строить. Точнее, солдат. С кого поставить, чтобы я прикачу. Мужики, не стоим. Носим. Чуваки, сюда. Этими чуваками, мне так кажется, можно разведывать неплохо территории. То есть их пускать на мясо первых, да. Смотреть территорию. Давайте сейчас что и сделаем. Тупо. Отправим их. Разведывать территорию. Скорость нехилая. Носит станет. Ну, вот нас сразу тут же встречает Харкон. Давайте, мужики, бежим. За Харкон. Я не помню, вот по центру ли была тут база у Харкона построена в оригинале. По-моему, нет. Если кто, ребята, из вас вспомнит оригинал досконально, а именно миссии за трейдерсов, то можете написать об этом в чат. То есть точно здесь эти миссии база по центру стояла. По-моему, нет. По-моему, нет. Третья миссия была вообще
то есть Атрейдесы внизу находились. И потом они атаковали, то есть база у них по сути где-то вот тут находилась. Харконненская, в этом, на этой территории. Если опять же не ошибаюсь. А Атрейдесы, они, наверное, здесь где-то кочевали. Это чуть ниже. И черви ползали так вот около острова. Так. Смотрите, у квадов тоже расстояние увеличено. Стрельбы. Как по-моему. Только если его отведу. Нет, тоже если расстояние крепкое. Могу ошибаться, но, наверное, скорее всего тоже увеличено расстояние. Наверное. Скорее всего. Так, чуваки, давайте-ка вот сюда. Назовем эту территорию. Кто по кому стреляет? Ясно. Не стоим, не стоим, не стоим. Давайте уже до низа сходим, посмотрим, что там внизу. Самое интересное. Эти за нами идут, упарываются до конца прям. Он уже докуда добежал. Ничего. Хило так. Сам пошел домой. У них паника, видимо, стоит по умолчанию. Будут на базу. Так. Так, пока денежки есть, это не может не радовать. Хорошо. Это направил. Так, деньги тратятся. Все равно без дела стоишь, ничего себе помогать не будешь. Да все, уже харе шмалять. Все, ложись спать. Отлично. Ты тоже пока полежи. Отдохни. У вас обоих сегодня был трудный рабочий день. Подремайте, полежите на песке, позагорайте. Сегодня солнышко светит такое отличное прямо. Незабываемое. Минус 40. Точнее, плюс 40. Да. Ну что, будем клепать технику, смотреть, что эти квады способны. Будем их теперь тестить. Как пушечное мясо, как говорится, на разведку. У вас вот так вот. Сразу за ней отпускаем. Давайте разбираться с охраной. Давай поближе. Смотрим, как он вам наносить. По читерски мы поставили квад. Снизу вверх, если кто помнит с оригинала. То есть урон максимально наносится снизу вверх, когда стреляет. Если кто не помнит. Неплохой. Да, вот эти, конечно, блин, труперы заставляют с такого расстояния накидывают. Да, тут, скорее всего, увеличено расстояние у квадов. Сами можете лицезреть.
есть на один квадрат, походу, увеличено расстояние. 10% атаки, 130 брони. Стоимость та же, в принципе, двоигина. Так, помощь от пехоты. Тупо пехота, и в основном она в массе действует, эта пехота. Такой давайте тест устроим. На выживаемость данных солдат в толпе. Ну, давайте 6, наверное, отрядов сделаем для начала. Да, тут спрайт лимитов мигает он. Да, вот видите, можете лицезреть, как квад мерцает. Как забавно, да? Интересно, сколько он раз в секунду там мерцание проходит. Я типа невидимка, меня не видно. Типа, наверное, это... Мы броню ему это сделали, что не видно. Я, по сути, его видно. Просто спрайт лимит стоит. Все, выдержит. Эмулятор. Так, ну что, парни? Да, сэр. Давайте, покажите, на что вы способны. Масс. Давайте, давайте, жмем. Не стоим. Давим. Покажите себя на все 100%, что вы способны. Несите этого читерского тупера. Куда ты рванул? Что у тебя за паника-то началась? Да. Чуть-чуть покоцали их немного. Толпой. Так, у меня уже база горит, пока я тут отвлекался. Атаку свою. Ребята, не стоим. Работаем. Да. Походу, наверное, тут одна база у Аркона. Скорее всего. А что такое? Не понял. Да ты кого гоняешь там? А, червя гоняешь, что ли, там? Да. Какие же вы не любители червей, товарищ Хорконен. Вынес, наверное, его. Бедный червяк, он их никого не трогал, там ползал себе. Ползал. Решил сегодня на прогулку выползти на поверхности. А его безжалостный Харкон, точнее вампир, взял и вынес, походу. Да. Давайте еще раз попробуем 60 рядов приклепать. Что я что-то с первого теста не понял, что они могут. Ребятишки. Точнее, чувачки. Так. Ой-ой-ой-ой. Опять наглые вампиры. Так, 6 отрядов, да? Построили. А, такой не выдержал. Давай, мужики, никаких шансов. Хвата нехило ему это наносит. Хотя тоже это... Уже у меня коцан дофига. Еще один отряд построим, и будем в атаку двигаться. Даже сделаем так. Сейчас построим еще квадов. И в тылу пустим, получается, за отрядами наших квадов. Даже, наверное, нападем с одновременно с обоих флангов. С
правого и левого фланга, потом атаковать одновременно. Давайте-ка мы еще построим золото, точнее хранилище спайса. Чего скромничать? Так, это на радаре Рыса там стоит. Так, ну что, еще один построен. Да, ну так не сильно атакует враг. Нормально. Я-то думал, они пруть-пруть будут. Этим уносит, конечно. Ну, у них выгодная позиция, как я уже поменял ранее, да, снизу вверх вот так и стрелять, поэтому начнет максимальный урон будет наносить. Да. Посмотрим. Да, нехило. Нехило уносит. ХП так тратится. Построю охрану. Мы начнем двигаться в атаку. Так. Сюда двигаетесь. А вы сюда. С этого фланга будем атаковать, попробуйте. Да, тут видите сами. Связи нарушены. Все починили. Так как время на хак. Даже не хочет слушаться. Ну, какой? Сразу же нас атаковать начинает. Квад. Квад. Злой красный квад. Какой же ты злой красный квад. Все, успокоили его. Точнее, щепки разорвали. Так, тут сейчас, наверное, буквы прак стараемся выносить. С собой фланков сразу одновременно наступаем, ребята. Наступаем, наступаем, не стоим, не стоим. В атаку, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Работаем, работаем, работаем. Не убегать, не убегать до конца. Заюзаны даже группы атакующих юнитов. Если кто знает, что такое группа атакующая, это когда компьютер, да, то есть и... Смотри, вот возвращусь к базе. То есть накопит атакующие группы и начинает атаковать ими. Например, около своих харвестеров, то есть харвестер, например, где-то здесь, да, вот, собирает спайс, и около него собирается группа, там, например, 6 юнитов, да, там, танки, не танки, не знаю, квады, допустим, да, собирается. Когда они в количестве 6 юнитов соберутся, начинают идти в атаку. Если кто-то из этой атакующей группы погибает, группа автоматом начинает возвращаться на базу.
дабы чтобы это опять это число возместить, то есть собрать это же число из 6 и опять отправиться. Вот так. Может отправиться к Харвестеру, там, как говорится. По-разному у него бывает. То есть там виды сложности можно ставить в такую еще группу. Там камикадзе, это будут переть юниты на пролом, вынося только базу. Допустим, у них уровни города стоят на главную базу, они пофигу, кто по ним стреляет, там пушки, не пушки, охраны юниты, они будут ломиться вперед туда, пока не вынесут главную базу на пролом. Так, это уже все мои, да, отработаны. Давай-ка сюда. Будет проще. Так, а пока он там занимается восстановлением базы, мы потихоньку сюда, да, подъедем. Близко так не подъезжай. Так, мне уже пока я там возился с атакующей группой своей, мне тут уже часть охранных юнитов вынесли. Пух и прах. Да, ты ничего не атакуешь, ты ж бамбук куришь. Так, меня охранные юниты атакуют. Займитесь группером. Ну ладно, забейте уже на него. Обращайте внимание. Да, смотрите, расстояние нехилое, да, вот. И он тут проезжал где-то. Тут уже по нему урон наносился. Так. Ладно, чат пока молчит. Опять мне там уже базу вносим. Возвращаясь к атакующим группам, да, то есть получается камикадзе есть, который говорил, да, прут на пролом, пока они вынесут базу, будут до конца стоять на своем, пока не погибнут. Вот. Потом есть нормальная группа. Нормальная группа — это которая копится около базы, собирается чисто около базы, вот, машинного завода, например, количество 4 юнит накопились, все, от базы поехали. Ну и еще какая-то там существует команда, я не помню какая, если я не ошибаюсь, какая-то еще присутствует. Да, там в группе не только обычные вот эти квады, да, там могут присутствовать. Там же танки могут собираться. Также могут и отдельные группы существуют и для пешеходов. Пешеходные, то есть. Для юнитов. Солдат. Катинца. Смотри-ка, они это. Червяка, он до сих пор упарывается на этого червяка. Да, бедный червячок. Дают тебе покой никак. Сожри ты уже его. Хочет жрать. Да. Терпение у тебя железное, так сказать. Мистер Вор. Наверное, вынес уже. Его поход. Давайте главное сносить базу, пока он тут не восстановил ничего. Да, расстояние такое нехилое сделано. Квадов.
приличные. Так, уже Харвестер тут кушает спайс. Смотри-ка, живет еще. Да съешь ты его уже, как он тебе уже не надоел. Да упарывается, блин, здесь. Правильно, он наконец-то. Да. Правильно, хватит это терпеть. Пора ей пообедать. Так. Смотри, какой он урон нанесет. Ну так. Не слишком уж и много, так сказать. Давайте, ребята, не стоим, не стоим. Солдатушки, бравые ребятушки. Если кто помнит эту песню. Старую, сейчас фильм. К сожалению, не помню, сколько точно фильм. Постойте. Интересно, у них какое расстояние атаки? Ага. А, у них тут расстояние маленькое, видимо, сделано. То есть они только впритык проходят, да, и атакуют, сейчас поверю. Но это одиночные, не надо троих помогать. У них, наоборот, расстояние пофиксено. Да, видите, в упор подходит, а только в упор стреляет. То есть у них расстояние... уменьшено всего на один квадрат. Точнее, не один квадрат, да, по стандарту, по-моему, у них в оригинале было расстояние на три клетки, они стреляли. По-моему. Если я опять не ошибаюсь. Уж извините, если... что я так плохо оригинал знаю. Запамятовал уже. Посмотрим, как они по базе будут работать. Вынести попробуем. Атакующей группой 6 отрядов. Правильно, не пускайте их. Все, тебе уже не выжить. Просто быстро вынесу тебя, наверное. Максимально урон таким макаром наносится. Да, расстояние вообще, говорю. Хило сделал. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, а давайте посмотрим, есть тут новая музыка, нет? Нет, тут музыки новой нету. Так как опять же старая сборка. Интересно, какая сборка-то? Какая же она такая еще древняя, Интересно. Так, напомню, ребят, кто присоединился только к стриму. Присоединился к стриму. Кто подошел к дам. Сегодня у нас дремнахак от возможного автора Догма. Который, видимо, только начинала нам перезапробовать хакать Дюну, да? Могу, наверное, ошибаться. Скорее всего, автор Догма. Этот хак я уже давно планировал постримить, но у меня вот все руки не доходили взяться. Надеюсь, что-то будет впереди в миссиях, мы еще что-то новенькое увидим.
А так мы уже, получается, третью миссию походим подряд. То есть позади у нас уже две миссии. Сейчас я пытаюсь выяснить, какой максимальный урон эти наносят. Юниты с этим шестером. Ага, даже это самое. У них даже кнопка Mode тут не работает. Я вот пытаюсь по умолчанию сделать, когда раньше там даже, тут по... даже кнопка Mode не реализована, значит это вообще сборка древняя при древней. Не, смотрите-ка, вот тут вот на клетку выше стреляет. То есть снизу вверх, клетку выше. Да, кнопка мод не работает, не задействует. А снизу тогда их ставит. Чтоб они так как... стоят. Да. Получается, зря их на скалу ставлю здесь. Погибает он. Интересно. А, эти мужики не стоим, не стоим. Да не стоите, мужики, не стоите. Обожмите им, помогите. А мужички, мужички. Пока вас сюда отправим. Мужички. Да, затянулась третья миссия у нас. Я надеюсь, у него точно тут одна база. Снизу там ничего нет. Ладно, давайте ради интереса отправим квад туда, посмотрим, чего там есть. Надо же все-таки глянуть. Объяснить. Червяк меня не сожрет, очень много харвести. Слопаешь меня. Будем надеяться. Так, девушки подошли. Ничего не атакуем, чего ждем? Даже так не хотят атаковать. Что это за бред? Блюк какой-то или чего? Баг какой-то. Не хотят атаковать. Бабук курит. Все, ладно, тогда другую базу будет атаковать. Базу по переработке. Спайс. Харвестер. Интересно, где он? Так. Квады. Давайте вас тоже отправим туда. Вначале по дороге уничтожим вот этого чувака. Займемся им. Опять еще один. Так, ну не трогай меня. Чувака, не трогай моего. Так, там еще какие-то. Восстанавливаем базу. Восстанавливает жизнь бази. Все в щепки.
Мы уже почти взорвали базу. Сейчас по-любому, наверное. Нет. Я думал, кто-то взорвется из них. Что там у нас в стране? Глянь. Так сказать. Чего? Ничего нету. Уж посмотрим, что тут есть. Если базу еще обновить. Хилая земля. Кусок такой земли нехилый. Атакуйте, не стойте. Не стойте, не стойте. Да, тут какой-то вот все-таки баланс маленько присутствует. С увеличенное расстояние стрельбы. У кого-то из юнитов солдат наоборот уменьшены. Можете цивилизовать. Помидор этих солдат уменьшено расстояние стрельбы. На одну, на две клетки. Все сделано. Конечно, я заряд сделал для захвата. Давайте ради интереса проверим. Захват получится осуществить наполовину шкалы здоровья. Посмотрим. Скорее всего нет, тут, наверное, не реализовано в этом дринахаке. Это фича еще. Сейчас посмотрим, видно будет. Попробуем. Нет. Не реализован. То есть захватить на 10% завод не получится. Тик. Шквад. Червяк ползает, продолжает ползать. В поисках чего-то там ищет, ищет. Наверное, своего друга потерял, который тут, вы помните, ранее, когда началась миссия, сожрал троих, по-моему, пехотинцев, ими налопался и ушел в небытие под песок отдыхать, переваривать. Репетки не оставляли по карте. Ну все, тут уже почти вниз. Давайте захватим что-то и базу. Так. И миссия завершается. Значит, все-таки база тут одна была. База была одна. Победа.
Так, за 43 минуты мы осилили третью миссию. Что мы набрали? 18 914. Набрали спайса. 14113. Вот интересно, в этом древнохаке еще увеличена ли сумма добычи спайса? Там, по-моему, лимит стоял до 65 тысяч. По-моему, если не ошибаюсь. Да, было бы интересно узнать, конечно. Но это надо прямо набирать много спайса, смотреть, чтобы эта цифра прям перевалила за 65 тысяч с лишним. Там 66 хотя бы там тысяч или чего-то набрать. Так, юнитов мы уничтожили 86, враг нам 69 юнитов завалил. Строение, ну, нам ни одно строение не вынес. Так, что весьма неплохо для третьей миссии. Пароль стандартный, Internal Sun. Двигаемся дальше. Четвертая миссия. Пойму, что тут пишут вообще, если честно. Английский не знаю. О чем может быть тут речь? Так. Немножечко, наверное, чуть-чуть потише игру сделаю. С вашего позволения. Чуть-чуть убавлю. Так, еще раз совет, чего там пишут. Понятно. Ничего хорошего, наверное. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Сразу нам два халявных харвестера дают, дорогие друзья. Так. Интересно, интересно. И что это сейчас за взрыв был? Ну, я что-то начинаю подозревать, что это, наверное, регенерация спайс. Или либо это харвестер, наверное, наехал на пипку, которая набита спайсом. Если не знает, то что такое пипка, это я вам потом покажу, если я обнаружу на карте. Вот я покажу, как она выглядит, если кто не знает. Да, денежка-то маловато. Так, попрешь. Небольшой косячок косметический присутствует. Спайс. Угол спайса не обработан. С края. Глаза маленько бросается. Так, вроде черевень нет. Можно нападать на спайс. Его потреблять, провестировать. Вам рейд, так сказать, для этого. Так. Четвертая миссия, кто помнит в оригинале, по-моему, Трейдес начинал сверху, где-то, по-моему, здесь. А мы спускались вниз, атаковали Харконнена, то есть базу. Это вот так у него располагалось где-то здесь. С локацией Харконненская была. То есть вот эти вот последние... Третья, четвертая миссия, они по локациям изменены. То есть расположение баз. Здесь сделано.
по-другому. Не знаю, почему бы тогда начальной миссии не изменил автор. Что странно. Че, стоим, собираем спайс. Не понял прикола. А вот это баг, дорогие друзья. Баг. Скорее всего, наверное, версия неисправленная. Важная попалась. Скачивал. Миди хост отсутствует сбора спайса в Harvester. Да, добавлю. И этого тоже Harvester отсутствует. Да. Прикольно. Баги. Даже без них. Цены, в принципе, стандартные. Не знаю, возможно, могу ошибаться по ценам. Да, просто прикол с этими харвестерами из хвоста. Это не тоже с багом. Нет, эти два нормальные. Это отвали от него, нечего выпускать. Видите, собирает, но хвоста нету. Хвост отрубили. Оторвали хвост. Хвостик оторвали. Миссия, наверное, будет еще долгой. Что-то мне вот прям какое-то предчувствие возникает. Если у кого-то, дорогие друзья, у вас закончился чаек, сходите пока налейте. Пока у меня строительство идет привычное. Да, кстати, вот еще тут не реализовано это. Плиты, то есть, не сделаны. Видите, вот лимит стоит, я сейчас еще раз построю, если вы не заметили. То есть на его месте плита не строится по одним. Да. Сборка, конечно, древняя. Так. Хранилище копим. Мало. Не годится. Что для строительства? Завод со связью. Подарчик что-то у нас был. Не, вот такой глюк, вот, мне кажется, как будто он спайс не собирает, а халтурит, да? На самом деле-то он собирает. А вот и враги пожаловали. Ага, стандартный этот, как его, получается, десант, как в оригинале. Как и в оригинале, да, из четырех. Ты куда, кстати, поехал? Собирай здесь спайс, не надо. Да. В оригинале получается почти практически... Там, по-моему, четыре... отряда сардукаров. Тут три их. Ну, опять, наверное, могу ошибаться. Уже пункт
бункер перевален, спайс. Так, стена. Стена также стоит полтинник, как и в оригинале. Так, стоимость нее. Вот броня ли 140 у нее? Это не знаю. Нужно освежить, так сказать, память оригинала. Два завода строим. Впритык к этому заводу рядышком. Ничего хватает. Хорошо. И это хорошо. Начнем сразу клепать апгрейды, а точнее смотреть танки. Появились у нас для них. Да, танки есть. Танки также стоят 300. А вот по поводу нанесения урона, да, то есть 38 дней, как в оригинале было или нет. И какое тут расстояние. Уже вопрос остается. Сделаем апгрейды до конца. Так. Электростанция. Хотя, в принципе, сейчас уже и в принципе, пользоваться-то нет никакого смысла уже, так как у вас уже появляются танки. Но все равно для открытой местности, как по мне, наверное, вот эти солдаты в отряде состоят из 3 человек. Для разведывания территории вполне себе неплохо. Они носятся нехило быстро. Да, стоимость стандартная у этих танков. Вот, по поводу урона. Сколько они наносят? Вопрос остается. Жалко, кнопки молот нету, сейчас бы сразу же проверили бы, какое расстояние стреляет танк. Спайс уже потихоньку заканчивается. А вот и ордосы, то есть предлагаете, что против нас будут ордосы играть, а не харконы, что какой такой десант пожаловал. Смотрите-ка, расстояние тоже нехилое у танка. Сейчас сравним. Наверное, на 4 клетки он тоже шманает. Скорее всего. Должно быть из же трейлиса. Всего 2 вида. Солдат. Точнее, один вид солдат. Только отряд 1 существует. Вот количество одного солдата и отряд
быть с троих человек. Танки, танки. Открываем танчики. Это не мерцает, да. Есть такое. Да, это ограничение какое-то отсутствие. Как в оригинале тоже. Сюда уже добрались. Пушить спайс отсюда. Что ж, пойдем открывать врага. Интересно, там он находится. И Харконнены ли против нас? Ну, я думаю, если бы сейчас с них Харконнены, наверное, были бы, то, скорее всего, это, наверное, бы сейчас бы Ордос уже попёрли, потому что отряд Ордосов был на нас. Агриус. Сам. Ну да. Как и по стандарту. Из оригинала у нас и Харконнены. Да не надо убегать. Мы их активировали, сейчас каша начнется здесь. Да, кстати, тут лимит это развязанный лимитов. Уже сколько клепаю, а будет лимит проверить, сейчас сколько вообще максима поставлен в автор. Просто бесконечно. Гости пожаловали к нам. Здравствуйте, товарищи Сурдаукары. Фиолетовые наркоман. Хило выносит, да, вообще? Уже танк почти это, бронист. Так, это что тут? А, все, паркур. Смотри, какие маком вообще выносит. Без шансов. Да, без шансов вообще их в щепки. В щепки прямо. Надо отремонтировать базу. Так, давай-ка я отсюда. Так, где-то там на радаре уже червя видел. Тоже прополз. Частично силуэт. Плюс его. Да. Кваду сейчас. Да, ну, в лед, наверное, сейчас. Да, махал. Четыре танка его в щепки сразу. Шанс. Еще такая, конечно, у них позиция читерская стоит. Снизу стреляет вверх. Опа. Вот уже не жильцы. Да, тут смотрите, лимит развязан вообще. Сколько уже юнитов набирал? Походу лимит развязан. Червяка гоняет. Да. Не любят они червей. Не любят. Харконнены. Там ненавистники такие, червей. И
беги от него. У него, видать, это Ария Гвард червя. Не хочет съедать сразу. Дубасит, это дубасит, они уже тут что, вдвоем уже. Танк доколупался до него. Сожри уже их кого там как. Два червя, кажется, еще. Где вот этот второй ползает этот? А, сожрал уже. Молодец. Вот. Добились своего. Что их сожрал. Правильно. Уже наклепал целый рай из танков, как называем, рай из танков, да еще и мерцающих. Смотрите, так вот курсор веду, смотрите, если кто замечает острое зрение, смотрите, до курса провожу, там либо танк мигает, мерцает, либо нет. Вот этот ряд по нему умею сейчас виду. Синим прямо эта башня так отображается. Ладно. Да. Да, смотрите, вообще тут лимит, видимо, развязанный тут по ходу ограничения сильного не стоит. Закупка. Я вообще люблю хранить. Клепай не хочу. Сейчас мы можем даже этим попробовать числом прям взять и задавить аркон. Если получится, конечно. Да, уже третий ряд почти. Скоро будет в танках. Не пожалел авторов, не пожалел лимита на танки, да вообще на технику в целом. Строю, жду, когда же этот лимит-то наступит. Да. Опа. Аркоманы фиолетовые, пожалуй. Без шансов. Без шансов. Отремонтируем базу. Сюда катаешься, выехать не можешь, что ли? Щепки. Ну, наверное, смерть. Нет. Красные вампиры. Давайте-ка сюда. Прикольно, сделано.
башни. Частичек разными цветами. Спрайт лимит. Да. Интересно, какая тут цифра стоит, а? На лимит. Строй, 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 строй. Неужели он тут это 50 юнитов поставил? А если это точно еще древнохак какой прям, число, по-моему, удваивается в два раза. То есть там, допустим, вы поставите 25 юнитов, да? По-старому, если редактор МК судить, то тут число это удваивается. Тут, скорее всего, так и есть. То есть это число удвоено. 50 юнитов. Да. Сейчас, вот теперь лимит настал, да? Теперь сейчас это все возьмем и посчитаем. Сколько конкретно тут лимит остается. Так, начинаем с харвестеров. Раз, два. Три. Четвертого не вижу харвестера. Так, еще раз, два. Три. Четыре, да? Четыре харвестера. Так, теперь танков у нас. Так, это танки вниз. Танки 4. 28. 10, 15, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Если счету не собьюсь сейчас, да, тут 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 танка, да? 4 харвестера, 43 танка, уже 47, да, выходит. Так, и квады. 1, 2, 3, 4. Пятьдесят один, да, этого уже получается. 47. Да, 51. Теперь это 52, 53, 54, 55, 56. Да. 56 юнитов. Итого 56 юнитов. Представьте себе, да, на одну миссию. 56 юнитов. Охренеть. Нехило. Ну что ж, будем делать танковый раш. Так сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мега-мега танковый раш. Сейчас на ваших экранах, наверное, будет проходить, если у меня, конечно, связи этот не нарушится, которые сейчас пытаюсь проделать. В данный момент. Зря сделал. Конечно. Зря. Так. По сути, наверное, мы должны за один раз все это в щепки уничтожить. Что ж, посмотрим. У нас это нам. Так, нужно харку. Но уже сроду кары пожаловали. Давайте, ребята, двигайтесь. Какая цепочка из танков сейчас будет. Целая нафиг на всю карту. Сардукары летят. Сардукары. Сардукары. Как раз тайм. Вот так вот.
хорошо сделали. Уже нет, разорвали в щепки. Какая толпа тут собралась, внушительная. А где чё, они опять тут гоняют червяка. Сегодня день погони за червями, так сказать. День погони за червяками. Опять мне так дают. Все, последний. Ну, у вас на хан стал. Мало ли. Что, разбираться? Справились. О, гости. Разберитесь мы с ним. Куда он побежал? Так, ребятки, готовы рашить. Вперед. Вперед, танковый раш начинаем. Ставьте лайки, ребята, дорогие друзья, за этот момент. И вот, ребята, рашим, рашим. Разбирайтесь с ними, правильно, нечего курить бомбу. Давайте, мужики, мужики, вперед. Рашим. Готово, поехали. Ножки, ножки. Разбирайтесь с ними. Так. Уже не успею, наверное, сюда подвести. Танковый раш. Танковый раш. Вперед, парни, давим. Огородных от Рейдиса. Так. Так, тут только количество можно ставить их. Таким огромным. Да, автор просто не пожалел лимита. Вот и наша база главная объявилась. С этими ребятами. Да, они так собрались. Спешно прям. Так, давайте главную базу в щепки разнесем. Там Мочилова идет. Давим, давим, давим. Куда только можно давить. Куда только можно давить. Начинаем наш раш. Да, кнопка Z, конечно же, тоже тут не реализована. Я нажму на кнопку Z. Сейчас нажал и пытаюсь на нее наводить. Ничего не срабатывает, то есть тоже кнопка Z тут не реализована. То есть, по
по сути идут не шестикнопочное управление, а обычно стандартное трехкнопочное. Интересно, одна база вот здесь. Фаркон. Да, одна база. Да, такой нехилый раш мы сделали. Да. Прикольненько такая миссия вышла, если честно. Но лимит тут, да, тут завышен лимит. С лимитом, конечно, надо что-то тут делать. Завышен лимит. Так, сейчас секундочку тут затекусь. Немного. Так, ставьте, ребята, лайки, кому понравилось. Такой лимит, точнее, понравился в четвертой миссии. Это нечто рашистое. Сколько там, наверное, считал танков-то? 43 танка? А, не, если... Да, 43, по-моему, танка. Офигеть можно. 43 танка зарашили. Вражеского. Вражескую базу. Да, не поскупился автор на лимит. Лимитов 56, по-моему, да, лимитов. На эту миссию вышло. То есть, допустим, он поставил... Сколько там получается? Наверное, 28. Да, 28 лимитов, наверное, он поставил в сборке. А сборка-то старая, поэтому лимит лимитов удваивается в два раза. В итоге вышло 56 лимитов. Вот так вот. За полчаса мы осилили эту миссию. Да, дела. Ну что, ребята, хотите продолжение? Или будем завершать на сегодня? Напишите в чат. Если кто-то меня смотрит в данный момент. Продолжаем или же на сегодня все? Подождем, что нам чат скажет, если кто-то есть там. Слушаем пока музычку победы. Чат молчит пока. Видимо, стесняется писать. Сейчас
если я попробую написать, может быть, не слышат меня. Так, ну пока с вами статистику посмотрим, да? За полчаса мы осилили четвертую миссию. Набрали 27650 единиц спайса, а враг набрал 7494. Так. Юнитов уничтожили мы 59. Враг нам уничтожен 22 юнита. Ну и того бас мы уничтожим 12. Да. Ну, ребят, не делайте, конечно, больших лимитов таких. Это, конечно, большой дисбаланс в этом плане. Если лимиты большие делать огромные. Помните, что на это может потом отразиться на последующих миссиях. Если не ошибаюсь, по-моему, до сих пор сейчас современной сборки сделано так, что 102 юнита можно строить, если не вру, конечно. Если это тай не увеличил это количество, сумму эту юнитов постройки, то, по-моему, 102. Это на одну миссию. Если вы превысите это число, то следующая миссия получится, выражаясь, расслабленная, то есть какой-то лимит будет. Что-то будет не так. Тык-тык-тык-тык. Ну что ж, я думаю, тогда раз чат молчит, мы на сегодня будем завершать стрим. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто любит ретро-игры и увлекается ими. Не только, конечно, кто Dune любит, но и другие ретро-игры. На разные консоли, такие как Sega, Dendy. Не знаю, PlayStation я еще не, у меня не было консоли есть раньше. Вот. Ну и на ПК тоже игры есть хорошие, старые. В общем, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Завтра, возможно, тоже будет стрим. И тоже по Дюне. Вот. Вот. Какой именно и кто будет стримить, вы уже узнаете завтра. Такой небольшой анонс на завтра вам проговорю, да? Наверное, где-то ориентировочно, может быть, 18:30 по Москве. Ну что ж. Вот такой вот у нас древнохак сегодня вышел. 4 миссии мы осилили, да? На сегодня, так и сказать. Ну что вам еще сказать напоследок? Берегите себя, не попадайте ни в какие, сказать, передряги. Играйтесь в ретро-игры, но не забывайте про реальный мир. С вами был Ермак. Всем удачи и огромного позитива. Не болейте. Всем пока.
Thank you.